Мы находимся в поезде по дороге в Хамамет. Утро. 7 часов 20 минут. Ехать 20 минут. Надеюсь, там произойдет что-то интересное. А пока немного понаблюдаем панорамы, которые разворачиваются за окном поезда. Хотя бы минуту. К сожалению, это пока просто пригороды, но дальше там по дороге очень много красивой природы, гор, зелени, оливок, оливковых рощ, то есть еще кое-чего. А пока просто чисто иллюстративно, несколько кадров. Ну что ж, долго я.